Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Иду к указанной цели. Связи больше не было? Не было. Считайте пока, что это военная рота. Вас понял, Марлоу. Мы... Что за черт? Неизвестный корабль. Черт, откуда они взялись? Марлоу, вы слышите? Черт. Марлоу! Марлоу взорван! Идет взрывная волна! Приготовиться к удару! Ты понял, курсант? В чем дело, курсант? Тебя что, этому не учили? Текила, стряхни парня, он в отключке. Курсант, ты живой? Встать, рядовой, давай, поднимайся. Так, внимание! Предположительно, имеет место нашествие ксеноморфов. Так что, готовьтесь. Твари этих бить только на расстоянии. Не только кислота превратит вас в шкварки. Начинаем операцию. Посмотрим, что тут творится. Есть контакт! Движение прямо над нами. Контакт. Хорошей драки. Вся колония обесточена.
Включи фонарик. Станет темно, запали хис. Ладно, боец, тебе надо выбираться отсюда, пройдешь через подвал. Я передам тебе координаты цели. Наших в твоем районе нет, поэтому стреляй во все, что движется. Внимание! Иду на помощь к Ван Занту на завод. Отключаю рацию. Идите. До связи.
Уже хорошо. Отлично, курсант. Теперь перезагрузи систему с помощью рубильника. Найди рубильник. С его помощью отключи систему. Жаль, что пришлось бросить курсанта. Он, конечно, сосунок еще, но у него сердце настоящего солдата. Может, протянет как-нибудь? Конец связи. Марлоу явно заодно с этими тварями. Ты пропустил такую драку, тут повсюду кишат ксеноморфы. Пристрели этих ублюдков! Заниматься охраной. Почему я вечно разгребаю всякую дрянь? Чёртова текила. Со мной обращается как с дерьмом. А с этого желторотика только что пылинки не сдувает. Я так скажу. Это все лишняя трата времени. Новичок, считай, что труп.
Курсант, я все еще заперта в диспетчерской. Не туда. Иди в диспетчерскую за указателем цели. Эти твари так и кишат. Похоже, лезут из насосной комнаты. Значит, там есть ход снаружи. О, черт! Ну что ты там возишься? Моя жена, Дженни, ей в лицо вцепилась одна из тварей. Я пытался ее снять, но не сумел. Тогда я взялся за нож. Эта тварь просто прожгла Дженни насквозь. Ничего не осталось. Указателем цели. Он перемещается вокруг детектора движения. Они меня не проведут. Люди исчезают один за другим, и их превращают в андроидов. На каждом шагу я встречаю людей, которые вовсе не люди. Жена говорит, что я свихнулся. Так я узнал, что она тоже одна из них. Наше дело сейчас висит на волоске. Зато в случае успеха риск окупится сторицей. Если Вейланд Ютани сможет освоить технологии охотников, мы станем монополистами. Каждая колония, каждый корабль, каждая единица оружия будут произведены мной и проданы мной. Выдвигайся по готовности. Я не хочу торчать тут весь день. Заперта в соседней комнате. Возле двери аварийный генератор.
Энергоячейку надо вставить прямо в генератор. Анабиоз наступает недостаточно быстро. Мне отчаянно хочется, чтобы недели путешествия, отделяющие нас от колонии Фрея, уже прошли. Кажется, там перед нами откроются великолепные возможности. Молодец, курсант! Теперь мы квиты. Как твоя голова? Заходи, бери импульсную винтовку. Не понимаю, чего хочет добиться Вейланд Ютани. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению этих тварей. И я даже думать не хочу о тварях, которые выскочили из ниоткуда и уничтожили Марлу. В общем, отсюда я вроде бы могу управлять некоторыми системами колонии. Отлично. Есть энергия. Повторите. Это Коннор. Мой отряд сейчас в клубе. Тут есть электричество, освещение, вентиляция. В общем, все, кроме выпивки. Стоп. Засекла движение. Черт, похоже, мы разбудили соседей. Нам нужна помощь. Тут что-то очень странное. Коннор, могу отправить к вам одного бойца. Он малость неуклюжий, но ксеноморфов бьет хорошо. Отправляйся в клуб и обеспечим огневую поддержку. Я должна остаться здесь и наладить работу сторожевых орудий. Задай им жару. Какое-то гнездо? Это что, новый вид ксеноморфов? Это рядовой Гибсон. Я иду навстречу курсанту. Нам пришлось отступить. Там была настоящая бойня. Я поднимаюсь на лифте. Осторожно, не пали без разбора. К тебе идет рядовой Гибсон. Уже почти. Держись. Черт, ксеноморф повредил какие-то провода. Черт, лифты сломаны. Попробую что-нибудь с этим сделать. Вижу движение. Несколько.
я не мог поступить иначе. Эти твари добрались бы и до меня, если б я не... Я слышал, как мои друзья колотят в дверь. Слышал их крики, когда эти твари начали. Я не мог иначе. Я не хотел умирать. Сколько нас осталось? Эти твари повсюду. Похоже, хотят взять нас живыми. Не знаю зачем. У нас нет оружия. Мы не знаем, что происходит. Но кто-нибудь придет за нами. Должен прийти.